Да, друзья, вот у нас тут демонстрация. Я из офиса услыхал, что народ кричит. И, ну, звук такой. И думаю, что за демонстрация такая? И вот они вышли. Я не знаю, похоже на школьников вообще. Народ вышел на улицу El Camino Real. И что-то кричит. Там я еще полицейского заприметил. Сейчас мы пойдем посмотрим. Он так на мотоцикле. Are you from the NBC? Are you from the NBC? No, no, no. Okay. I'm a YouTube blogger. Oh, I see. I see. Да, тут такие детишки. Вот, и тут у нас полиция тоже. На всякий случай следит за порядком. Спокойненько так, невозмутимо следит. Да. Водители их приветствуют. Я только не понял, что у них там на плакатах. Я спросил ребят, откуда они. Значит, они из Los Altos High School. Но вообще, Los Altos High довольно белая школа. О, привет, Леш. Вот, я для нашего канала снимаю. Да. Да, значит, вот некоторые плакаты, друзья, нам показывают, вот демонстрируют малокультурно, так. Значит. Вот так, друзья, сидишь в офисе, думаешь, чтоб такое снять, вас развлечь. А вот, значит, тут у нас демонстрация. Дети из школы. Вроде школа Los Altos High, Миша, представляешь? Из Los Altos High. И вот неприличные плакаты у них.